полигоне мы занимаемся многими видами занятий. У нас проходит пристрелка оружия и ведение боя тройками, пятерками, подготавливаем работу с крупнокалиберным пулеметом «Утес» и станково-противотанковым гранатометом. Учился здесь неплохо стрелять с оружия, вот, с автоматом «Калашникова», зачищать здания, зачищать лес. После инженерной подготовки взвод убыл на занятия по штурму окопов «Тройка».